нельзя рисковать, потому что у них есть дом, в доме горит свет. И я не знаю точно, кто из нас прав, меня ждет на улице дождь, и ждет дома обед. Закрой за мной дверь, я ухожу. Закрой за мной дверь, я ухожу. Миннеаполис, ребята, нас встречает отличной погодой. В каком плане? Что у меня техасская жара уже достала, которая там еще даже не началась. А здесь в данный момент 69 по Фаренгейту, что для 9:30 утра нетипично для Техаса. Уже было бы где-то там 80 с чем-то. Ну и дальше больше. Соответственно, 69, грубо говоря, 70, как там говорили, отнимаем 32. Это у нас 38, делим на 2. Что, 16, плюс 16, что ли? Замечательно. Ну, в маечке нормально. И вообще это радует. Для работы температура отличная. Я бы такой же лучше кофточку одевать, чем с тебя льется круглосуточно. Это уже хорошая новость. Север, ребята, погнали церкви на каждом углу. Это я сейчас нахожусь как пригород Миннеаполиса, Сент-Луис, Сент-Паул. Первое впечатление от городишки классное. Вон, тут же еще одна церковь. Классный, спокойный городишко такой, со своеобразной архитектурой, скажем так, если можно назвать это архитектурой. Все прикольно. Сегодня воскресенье, поэтому, я думаю, поэтому пустые как бы улицы, дороги. Как видите, тоже кирпичные постройки старого типа такого. То есть в Далласе все новое. И оно там немного выглядит искусственно. То есть там искусственные все эти трава, там, да, там какие-то растения. Здесь уже как бы больше зелени, деревья. Скажу как-то по душе на самом деле ближе. Единственное, что не нравится, это то, что здесь очень холодная зима, близко Канада, да. И вот сегодня я приехал, плюс 15 было, особенно дождь прошел.
В майке было не холодно, как бы, ну, отлично. Ну, от жары от техасской тоже я устал, так что отлично. Здесь все как у нас. Только поаккуратнее чуть-чуть. Вот эти вот естественные газоны, да, там, не как в Далласе, оно как все там как на картиночке, но постепенно ты начинаешь душевно понимать, что это все искусственное. Здесь как бы тоже так своеобразные постройки старые. У пацана сейчас живу в квартире, старый дом с бельевыми веревками на бэкьярде. То есть здесь другая культура. Все по старинке, короче. Ну, короче, первое впечатление, я здесь как-то чувствую себя. Вот, смотрите, воскресенье, все пусто. Кафе. Пока что как-то морально и, скажем так, душевно я здесь себя чувствую лучше, честно, чем в Далласе. Смотрите, сколько зелени, зеленые улицы. Вот этого, я сейчас вот сюда приехал и понял, что мне этого не хватало. Ну, я это не сейчас понял, я и раньше-то понимал. Опять он церковь. Церкви на каждом углу. Пошел в домино за пиццей. Вот такие вот апартменты напоминают, как Филадельфия. То есть в этом плане в Далласе, конечно, лучше устроено. То есть там у апартментов своя территория, бассейны, там спортзалы. Там в этом плане покруче, чем здесь, конечно. А здесь просто вот эти коробочки неказистые. Со старыми коммуникациями внутри, так я подозреваю. Продавец пиццы сразу выкупил, что я русский. Сказал, что ему очень нравится акцент. И вообще тут русских, как бы, я так понял, что в Миннесоте, в этом городе, русских много. И как я понял, мне сказали, что, как всегда, русские живут здесь в самых хороших районах. У меня всегда возникает вопрос, куда я ни приеду, везде русские живут в самых хороших районах. Почему, приезжая в Америку, русские живут в самых лучших районах, и при этом у себя дома мы не можем наладить всего этого? Кто нам мешает? Если здесь мы можем, а там нам, мы тоже можем, нам просто не дают. Догадайтесь с трех раз, как называется эта организация. Загадка. Для вас загадка. Пишите в комментариях, как называется организация, которая не дает нам жить в лучших районах в России, чтобы вся наша страна стала лучшим районом. Специально пошел другой дорогой домой. Все как-то так прикольно. Естественно, зелененькое. Вы меня сейчас не поймете, наверное. Но в Техасе этого кислорода не хватает. И, понимаете, зеленый цвет, он очень положительно действует на психику. Успокаивает. Супер вообще. А вон, смотри. Вот видите, какие улочки. Со старыми деревицами. Вишня, ты смотри, вишня. Я как дикий, как с Петербурга в Ростов приехал. Я был когда малой, нам было лет по 12, мы ходили, обносили сады перед тем, как идти купаться на карьер.
а по дороге идешь через сады, и обносили сады. И у нас приезжала девочка с Питера, она была в шоке, что в Ростове на вишне листьев меньше, чем ягод, ягод больше, чем листьев. И она как дикая вообще просто поедала все. И с севера, ну там с каких-то зауральских мест, это самое, на вокзале наблюдал картины, когда еще раннее лето, и поезда едут оттуда, с тех краев, с наших там зауральских, и они обносят просто зеленые сливы, жердёлы там эти, с поездов выходят, ну там поезд стоит 10 минут там, да, и они просто, бедолаги, выскакивают с поезда и просто зеленое это все едят. Короче, на вокзале это все не успевало, да, даже дозреть, его обносили зеленым. Людям не хватает витаминов в тех краях. Смотрите, как тут классненько, миленько. Ух, как мне нравится здесь. Ух, как мне тут нравится. Прямо душевно. Если б не зима, прошлой зимой мне сказали, здесь было 2 дня минус 43. Представляете? То есть до января, говорят, снега вообще не было. А потом как дало, минус 43, прикинь, 2 дня. Не, я так жить не могу, ребята. Hi, how you doing? I like this city. I like this town. У меня, походу, другой вообще акцент, он меня вообще не понял. Ну ладно. Тут накладывается русский с техасскими этими самыми, я-то привык в Техасе. Там свой акцент. Здесь я слышу, у них немного с каким-то этим, ну, Канада рядом, немного с каким-то французским прононсом. Небогатенькие домишки, но все очень миленько. Но опять я замечаю, что, как ни странно, в Техасе люди просто вот такие встречные, поперечные на улице более вежливые, чем здесь. Или, скажем так, чуть-чуть более открытые. То есть у нас, фу, у нас, видишь, я уже говорю, у нас в Техасе принято как-то, ну там, люди на улице просто там мимо проходящие, проезжающие, там тебя кивают головой там как-то. Ну, то есть как-то отмечаются, да? А здесь, как у нас, не обращают друг на друга как-то внимания. Ну, по крайней мере, я пока так вижу. Это первое впечатление. Хотели бы жить на этой улочке. В этом райончике. По-моему, классно, как вы считаете? Ладно, примерно понятно. Если тебе вдруг наскучит твой ласковый свет, тебе найдется место у нас, дождя хватит на всех. Посмотри на часы, посмотри на портрет на стене, прислушайся там за окном, ты услышишь наш смех. Закрой за мной дверь, я ухожу. Закрой за мной дверь, я ухожу. Закрой за мной дверь, я ухожу. Закрой за мной дверь.